Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Донни и добро пожаловать на канал. И сегодня в этом ролике мы вместе с вами снова играем на проекте онлайн РП. Это у нас самп на телефоны, скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику, а также не забывайте играть вместе со мной. Я играю на серваке Техас на онлайн РП. И также при регистрации своего аккаунта в чате вводите очень простую команду. Слэш промо, как это сейчас делаю я. Далее выбираете пункт номер 1 и здесь вводите промокодик Донни, как это сейчас делаю я. После этого клавишу принять и сразу после этого вы получаете 120 тысяч долларов для быстрого старта и развития вашего аккаунта на онлайн РП. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику, а также не забывайте играть вместе со мной. Я играю на серваке Техас на онлайн РП. Итак, ребят, сегодня в этом ролике я покажу вам, как скачать онлайн РП себе на свои телефоны, на планшеты и так далее. Ну и давайте мы сразу перейдем к установке. Итак, во-первых, вы смотрите это видео на YouTube, и все, что необходимо сделать, это открыть описание к этому ролику и далее перейти по первой ссылке, которая называется «Скачать GTA на телефон». Переходите по этой ссылке и далее нажимаете на клавишу «Скачать АПК». И далее необходимо открыть тот самый АПК файл, который вы скачали. Обычно он находится в файле загрузки. После этого онлайн РП появляется на вашем рабочем столе. Открываете его и далее самое важное. Вам необходимо выбрать сервак, на котором вы будете играть. Но сначала снизу нажимаете на вот такую шестеренку и здесь выбираете ник, под которым вы будете играть. Также при желании здесь можно сбросить настройки, можно игру полностью переустановить, если вдруг какие-то лаги в будущем появятся. Ну и далее вы выбираете первый сервак, сервак Техас, на котором я играю. Нажимаете на него и после этого у вас происходит загрузка всех файлов. Их немало, но если вы скачаете один раз, то при повторном заходе вы уже ничего скачивать не будете. В случае, если такой ник свободен и аккаунт можно создавать, вы придумываете какой-то пароль, вообще любой пароль, который вы легко запомните, но советую вводить реально такие сложные пароли, чтобы в будущем вообще никто ваш аккаунт не смог взломать. Нажимаете клавишу «Далее». Здесь необходимо ввести ник игрока, который вас пригласил. Если вы играете вдвоем с другом, например, то вводите его ник, а он ваш ник. И в этом случае и вы, и ваш друг, вы получаете бонусы дополнительные при достижении третьего левела. Далее выбираете пол персонажа, за который вы хотите играть. И сразу при регистрации вы вводите промокодик, тот самый, который я показывал вам, а именно промокодик Донни. Вводите его также, далее нажимаете на клавишу ввести, и сразу после этого вы получаете 120 тысяч долларов. А также гелик. Есть один очень важный момент. Игра работает только на Android устройствах, то есть на телефонах, на планшетах и так далее, именно на Android устройствах. На iOS, то есть на айфонах, на iPad'ах пока в онлайн РП не поиграет, но это пока, в будущем разработчики обещают добавить эту игру и в App Store. Также я каждому из вас советую посмотреть мои прошлые видео по онлайн РП, потому что в них я рассказываю о том, какие тачки реально стоит покупать игроку на онлайн РП, особенно если вы новичок. Именно те машины, которые вы сможете купить, имея 120 тысяч долларов благодаря промокодику, потому что на эти деньги вы реально сможете купить себе очень неплохие тачки, особенно под самое начало игры, поэтому дерзайте, все в ваших руках. А также я показываю часто различные промокодики, очень полезные на деньги, на временные автомобили и так далее. Вы арендуете скутер и после этого начинаете работать на разных работах, выполняете разные квесты и так далее. Зарабатываете себе деньги, получаете права на легковые транспортные средства, на автобус, например, и так далее. Ну и уже поднимаете свой аккаунт благополучно. Ребят, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.